Простенькие игровые мыши, без подсветки, кучи кнопок и прочих наворотов. Нужны ли они вообще? В свое время SteelSeries Canon доказала, что да, и даже очень. А когда ей на смену пришла Rival 105, это только подтвердилось. Хотите знать, в чем ее секрет и чем она так хороша? Тогда скорее смотрите дальше. SteelSeries Rival 105 на первый взгляд очень сильно похожа на Canon. Выглядит она очень просто, никаких ярких вставок, да и подсветка минимальная. Она есть только в логотипе и на колесике прокрутки. Но все это каким-то удивительным образом не мешает мышке выглядеть по-своему красиво и стильно. В общем, отличное решение для тех, кто устал от всей этой агрессивности и напористости. Эффективному виду мыши во многом способствует бархатистый матовый пластик, и он же препятствует проскальзыванию ладони. Как и в Canon, в Rival 105 производитель полностью отказался от каких-либо накладок на боковинах. Так что именно бархатистая текстура в сумме с выгнутой формой грызуна и предельно малым весом обеспечивает цепкость хвата. В итоге играть мышкой можно без каких-то трудностей и ладонью, и пальцем, и когтем. Заметили, что Rival 105 выглядит почти как симметричная мышка? Вот именно что почти. На самом деле боковины немного скошены влево, а кнопки на левой панели левшам нажимать будет совсем неудобно. Так что этот грызун подходит только правшам, и именно этим он сильно отличается от Canon. Раз речь зашла о кнопках, расскажем сразу о них. У SteelSeries Rival 105 всего 6 клавиш, включая колесико прокрутки. Все они выполнены очень качественно, а колесико и вовсе покрыто резиновой оболочкой для более точного контроля. В основных клавишах стоят переключатели Amron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Они срабатывают с характерным звонким щелчком, отличаются коротким жестким ходом и высокой скоростью срабатывания. Проще говоря, это именно то, что нужно для экшенов и RPG. Дополнительные кнопки также жесткие по своему ходу, и это отлично защищает от случайного срабатывания. Верхняя, как обычно, позволяет переключаться между установками DPI, ну а боковые можно настроить по своему усмотрению. Кабель у нее самый что ни на есть обычный, да и снизу у нее ничего интересного, мышка как мышка. Большие тефлоновые ножки, еще один логотип производителя и сердце мышки, ее сенсор. Но о нем мы сейчас расскажем подробней. В Rival 105 используется модифицированная версия Avago 3059, разрешение которого программно повышено с 2 до 4000 CPI. Правда, это маркетинговая фишка, пользоваться мышкой с максимальными настройками точно не стоит, а вот в диапазоне до 2000 CPI он работает действительно качественно, с предсказуемой траекторией, без лагов, срывов и других артефактов. Как и положено игровому грызуну, Rival 105 запросто настраивается в фирменной утилите Engine 3. В ней можно выбрать угловую привязку, ускорение, частоту опроса порта и разрешение, настроить подсветку, запрограммировать функции для всех кнопок и даже создать макросы. Правда, есть минус. В Rival 105 производитель почему-то не стал добавлять возможность точной настройки разрешения. Минимальный шаг у нее 250 CPI. Подобной постройки действительно не хватает, и это самый большой недостаток этой мышки. Вас это пугает? Тогда присмотритесь к топовым мышкам от SteelSeries. Их обзоры вы также можете найти у нас на канале, так что не забудьте подписаться. Правда, стоят они намного дороже и уж точно не 1000 гривен. Ну а если ничего страшного, в такой настройке сенсора для вас нет, тогда смело заходите в Fundook.ua и заказывайте Rival 105 себе и начинайте пользоваться.